На селекторном совещании Вениамин Кондратьев дал оценку работы коммунальных служб. Прошедшие в крае заморозки и снегопады показали слабые места. К примеру, в Армавире на трассе «Кавказ» более 700 автомобилей попали в снежные заносы. В пункты обогрева обратились 166 человек. Машины стоят, водители пытаются что-то сделать, но на дороге ничего не делает. Замечания по организации работы получили и другие муниципалитеты края. Анапа в их число не вошла. В нашем городе коммунальные службы во время недавнего похолодания работали оперативно, что позволило избежать возникновения чрезвычайной ситуации.